Бизнес все больше уходит в интернет. Насколько всемирная паутина помогает зарабатывать деньги? Почему предприниматели все чаще стали пользоваться интернет-продажами? И как такой бизнес отслеживают налоговые органы? Выясняла Людмила Батюшкина. Один из самых известных в СНГ интернет-магазинов развернулся не на шутку. Менеджер Артем Лоскутов сегодня уже не представляет свою работу без всемирной паутины. Это один из людей, который всегда онлайн. Поэтому он не привязан ни к офису, ни к рабочему месту. Все переговоры и сделки он может совершать, находясь дома, в пути или в командировке. По его словам, подобные предприятия легко могут зарабатывать миллионы в месяц. И страна от этого только выиграет. Я понял, что в интернете большая часть бизнеса будет в дальнейшем. И сегодня то, что мы имеем и в рамках нашей страны, и СНГ, и во всем мире, это только лишь начало. И представить тяжело, что будет через десятки лет благодаря интернету. Мастерица хендмейда Светлана Бубырева работает с натуральными камнями 4 года. И тоже большую часть денег ей помогает заработать интернет. На сайтах заказывает расходные материалы, в соцсетях размещает фотографии готовых украшений. Даже работая в одиночку, она может заработать от 50 до 200 тысяч тенге в месяц. Интернет очень хорошо помогает. Когда набираешь друзей, они заходят на страничку, видят твои работы, все это, конечно же, здесь фотографируется, обрабатывается, цена ставится. Вот. Люди доверяют интернету, есть у нас также доставки, мы, то есть, приезжаем к клиенту, если у него что-то поломалось, мы можем сразу отреставрировать. Бизнес через социальные сети существенно снижает затраты. Можно обойтись без аренды бутиков или офисов, работать прямо на дому. Не нужно платить за разработку и хостинг интернет-сайта. Большая часть онлайн-продавцов даже не задумываются, что по закону обязаны платить налоги. Казахстанские налоговые органы начали отслеживать продажи в интернете всего несколько месяцев назад, пока в Карагандинской области выявили и заставили зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей больше 40 онлайн-продавцов. Если предупреждения не помогли, подают в суд. Нами принимаются все меры в отношении них. Также проводим проверки. То есть поступают также многочисленные жалобы на лиц, осуществляющих реализацию товаров и осуществляющих услуги посредством интернета. Но если нелегального онлайн-продавца все же вычислят, оштрафуют примерно на 33 тысячи тенге и конфискуют средства заработка. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Владимир Иванюк, 5 канал.